Всем доброго времени суток, с вами Олег Огненный, и это «Наследие предков». Мы продолжаем прохождение Ульфа Железноборода к Линдисфарну, но нас отделяет одно препятствие – мост, хорошо укрепленный. Мы должны победить. Ну что ж, ребята, долго говорить не будем. Поехали, всем приятного просмотра. I do not know if we could have broken the Britain's garrison without the help of Hrothgar. Now our paths were parting, and this mighty son of Northumbria was setting out to continue his struggle against Æthel's army. As for us, we could head to Lindisfarne. There was only one obstacle left on our way. A heavily guarded bridge to the island where the monastery was situated. To overcome it, we needed additional manpower. While Jarl Ulf started to prepare our troops, the scouts reported on the Viking ships circling the shore. For some reason, however, they maintained a distance and there was no way to contact them. Последнее препятствие. Железноборода отделял от Линдисфарна всего один мост. К несчастью, он хорошо охранялся. Викингам пришлось разбить лагерь и перегруппироваться перед последним рывком к желанным богатствам. Ай-яй-яй, что-то было очень интересное. 862 год — это же дата основания древнерусского государства, скорее всего. Здесь мы будем... Рюрик это является одним из тех представителей и персонажей, известных нам. Братья, впереди слава! Этот мост — последняя преграда на пути к Линдисфарну. К сожалению, нам преграждает путь застава противника. Надо готовиться к этой битве. К счастью для нас, неподалеку есть две деревни. Ну что ж, прекрасно. Вот наша ратуша, да? Мы строим сразу же казарм. То есть у нас... Вот такое, есть такое, так сказать, маленькое-маленькое поселение, которое мы, конечно же, сейчас будем потихонечку развивать. К нашему поселению два входа, я так понимаю, да? Раз вход. О. Ну, я не знаю, зачем стрелковая башня вот здесь стоит. Смотрите, Ульф здесь! Прекрасно. Вот здесь стрелковая башня стоит, а здесь она зачем? Что она здесь охраняет? Здесь никого нету, ничего нету. Странно, ну да ладно. Так, улучшение защиты. Группа местных жителей, посвятивших себя обороне поселения. И тревога. Хорошо. Построены казармы. Здесь мы можем нанимать налетчиков с копьями. И берсерки. Сокрушительный настиск, высокая маневренность и слабая защита от натиска. Не могут отступать. Ну, это же берсерки. Let's go! Let's go! Так, нам даны копейщики, я так понимаю, уровня 2 снаряжения. Это очень хорошо. В ратуше мы можем построить колодец. Приказ селянам потушить пожар и попытаться спасти горящие постройки. Отлично. Шатер. Шатры повышают лимит населения, позволяя нанимать больше отряда. Прекрасненько. Строим два шатра. Хотя, если у нас еще есть дерево, да, давайте еще три шатра. Почему именно три шатра? У нас уже с вами три из двух возможных отряда. Нам нужно еще хотя бы два отряда, чтобы захватить вот ближайшую к нам деревушку, да, с припасами и так далее, и так далее. И вы знаете, ребят, я сейчас просто в восторге от этой игры еще больше. Я не знал, что тут такая механика есть. Ну ладно, наверное, это стрелковые башни нужны для того, чтобы как бы защищаться и тому подобное. Но это очень хорошо. Ну что ж, мы потихонечку строим. О, можно построить стрельбище. А это у нас... А, стрелковая башня. Ну да, это все есть. Лазучки. Это получается у нас конный воин. Сокрушительный натиск, хорошая маневренность. Не могут обнаружить ловушки. Ну ничего страшного. И давайте построим колодец. Он тоже стоит 30. Здесь мы закажем... налетчиков с копьями, да? Пускай они тренируются. Ну да, все, вот уже начали тренироваться. Ой, как это хорошо, это как-то красиво, а? Простите, я, кажется, немножечко приболел. У нас сегодня с утра была достаточно прохладная погода, и тем самым
к вечеру немножко вы стали прибаливать, не знаю даже, как правильно еще сказать. Так, что еще нам нужно? Мне бы неплохо было бы нанять берсерков, потому что используют двух копейщиков, да? Ну, берсерки — это получается такой атакующий класс. Хотя хотелось бы и щитоносцев. А где взять щитоносцев? Чтобы сделать класс технологии, нужно 100 дерева, 50 железа. Это хорошо. Стрельбище будет строиться здесь. Шатер будет строиться здесь. Тренировка лазутчиков. Ремонт ратуши. Ага. Здесь. Так, наем отрядов. Ага. Это наш склад. Улучшение защиты. Ну, давайте попробуем. Есть даже вот эта ачивка, да? Улучшите уровень защиты. Как это будет выглядеть? Написано, что будет часть жителей посвятить себя обороне поселения. А это как? Что, тут будет кто-то ходить, что ли, как? Защитник. Прекрасно. И... ну, пока сильного элемента, как улучшение защиты, я не вижу. Ну, наверное, когда, наверное, произойдет нападение, типа, они такие выбегают и защищают, и пытаются защитить поселение. Ну что ж, хорошо. Пойдемте дальше, вперед. Мы отправимся в это поселение. Здесь нас встречает один отряд копейщиков и ратуша. Больше нас никого нету, я, по крайней мере, не вижу. Поэтому мы идем. Так, Годрик, конечно же, будет одним из первых. Да, то есть наши ребята будут атаковать. А, вон оно что. Так, вот, смотрите, они, короче, засели в этот, в ратушу, и нас атакуют. Вот что это значит, повысить уровень поселения. Вот это интересно, это хорошо. Воин умер, ничего себе, они там харасят нас. Вот гады, а. Так. У нас идет захват. Все. Данное поселение скоро станет принадлежать нам. Прекрасно. Давайте соберем все, что здесь плохо лежит, да, так сказать. Раз. Это колокольня. Это ничего не дает нам. Ого. Все, да? Больше мы здесь собрать ничего не можем. Давайте. Ну что ж, сразу же посылаем. Создаем крестьян и посылаем. И улучшаем защиту, пускай как бы, да? Потому что, опа, вот видите? Так, Годрик. Ну, они нас тоже как атаковали, да? Получилось так, что этот, немножко пропустили мы их атаку. Ну, Годрик вроде справляется с ними очень хорошо. Прекрасно. Но мы потеряли, конечно же, двух солдат. Поэтому пускай они возвращаются. Нужно пополнить наши... пополнить наши ряды, да? Зараз вверх никого не видно, кто там есть. Немножко этот... обидно. Так, повышается уровень защиты, да? Ага, улучшение защиты, хорошо. Так. Разрушить лагерь противника. Ну, это ясно. Так, восстанавливаемся. Второй уровень технологий. Здесь у нас все есть. Все. Ребятки неплохие. Хорошо, возвращайтесь. А, это погибли эти, как сказать, которые защищены. Ничего себе, я-то думал, они не будут. Ого, вот уровень увеличен. Строим стрельбище. Лучники нам, конечно же, нужны. Нанимать хочется берсерка, поэтому мы подождем. Что случилось? Здесь, здесь отряд, так, отряд лучников, копьеносцев и щитоносцы. Сильные противники. Ну, в том, что их много. Да, если связать их боем, конечно, они не смогут ничего нам противопоставить, но их нужно же связать. Нормандские лучники стоят 85 единиц дерева. Мы их нанимаем.
что, так нельзя, что ли, поставить? Ну, офигеть. Не знаю, что произошло. Так, лесопилку. Лесопилку тоже нужно занять. Они атакуют! Должно быть их подкрепление где-то близко. Ага, по карте меня... Ага, вон они атакуют. Listen up, Spear! Godric ready! Spear! Let's go there! Spear, listen! Если происходит натиск, более-менее как-то мы сражаемся лучше. Это заметно. То есть, если мы стоим, на нас нападают, ясно дело, что мы проиграем. Но когда происходит натиск, даже отряды, которые хуже против того отряда, который должен быть, они, конечно же, это, лучше сражаются. Так, отправьте сюда, да, давайте построим пару ловушечек. Так, это лучники, хорошо, это лучники. Стой и сражайся! Это наши лучники. Так, стоять на месте. Все. Делаем ловушечку. Молодцы. Замечен отряд противника. Ага, видим, видим. Захвачен большой лагерь лесорубов. Это вот это, да? А, они нас сейчас начнут убивать, да? Вот твари. Вот твари. Это нечестно. Кто же знал, что они так умеют? Ха-ха-ха-ха, гады. Так. Еще шатер можем построить, да? О-о-о. Культотин, доступен к навыку одержимый для берсерка. Тренировка читаносов. Уровень читаносов повышен. Здоровье, защита и атака улучшены. Скорострельность атака и атака улучшены. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы, конечно же, будем проводить эти улучшения. Ладно, давайте, пойдемте. Мы должны захватить, так сказать, наше поселение. Да, давайте сюда мы сейчас попробуем нанять берсерков, а с этими ребятами мы пока сходим в этом виде, да? То есть... Да, давайте сразу телегу, чтобы башня подожглась, да? Ой, ну, о, жалко. Так, отступим, давайте... Зайдем сбоку. По крайней мере, попытаемся. Атакуем. Это у нас плотный зал. Ага. Давайте, давайте еще раз. Я хочу увидеть это. Есть. Есть. Давайте сейчас просто на копию поставим. Прекрасно. Так, сожгите ракушу. Ульф сражается. Ой, Годрик, а ты что сделаешь? Так, я, наверное, промискликнул, он убежал, да, в эту местность. Так, потихоньку мы отхватываем. Все. Происходит захват. Хорошо. Сейчас мы захватим железную шахту, что будет, конечно же, большим плюсом для нас, да? А, не знаю пока, ладно, так, наши берсерки, давайте-ка улучшим броню, да? Посмотрим, как они сейчас будут выглядеть. Отлично. И этим отрядом попробуем дойти до этих сволочей. Сволочей под именем лучники. Так, отлично. Здесь мы нанять всех. Прекрасно. У них есть бросок топоров. Так. Ага. Улучшаем здоровье. Я думаю, один отряд справится. С лучниками ничего страшного. Как это будет выглядеть? Это очень интересно. Нет, топоры не бросили, но натиск был убийственен. Это, ну, это просто пришли нафиг и разрубили всех.
даже ни одного не поранили, обалдеть. Ну, берсерки это берсерки, да, то есть как и показано. Хотя нет, у них превосходство против этих, ну поэтому... Ой, ого. Так, давайте подтягивать наших ребят. Да-да, мы видим отряды. Сюда отойдите, ребятки. Так, здесь что происходит? Ничего особенного, да? Так, лазутчики. Давайте попробуем с конницей тоже как-то поиграться. Я думаю, конница хорошо при защите поселений. Прям вообще хорошо. Ну почему? Быстренько туда-сюда. То есть прибежали, да, этот вообще хорошо. Так, лучники. Что случилось? Так, все. Раз они первыми начали, мы тоже должны. Ребятки какое-то время выстоят, но все же не смогут в полной мере. Ульф, давай. Я знаю, ребятки, вы справитесь, вы не самые. А, не могу. Как убивают-то все же, а? Часть 2. Два разведчика, да? А убежать они не могут из боя. А-ха-ха-ха-ха. Жалко, был потерян целый отряд. Ну ладно, они были... То есть я пробую их. Попробовал, как это будет выглядеть. Ну, я узнал, как это будет. Конечно же, увеличиваем защиту. Нанимаем всех по полной программе. Да. Бодрик. Пожалуйста, захватите здесь все. Вы возвращаетесь к ратуше. Нужно вас восстановить. Лучники у нас. Увеличьте свое обмундирование. Так, давайте встанем здесь. Ярость и улучшение атаки отряда в ущерб его защите. Бодрик все сделал. Что нужно? Встаю. Скаут, смарт, бежи. Давайте наймем еще берсерков. Я думаю, два отряда будет хорошо. Исследование, конечно же, культ Одина. Одержимость для берсерков. И тренировку лазучек. То есть нам нужно еще 60 дерева. Ну, в скором времени все это добудется, так как мы добываем почти все. Я думаю, им все равно нужно улучшать хотя бы до первого уровня броню, чтобы они были сильнее, могли выстоять. Улучшенное здоровье. Все, то есть уже у них уже это исследование было проведено. 60, ну ничего страшного. Так, пополнение. И у вас пополнение. Отлично. Свежие силы мы получили достижения. Но жалко, у нас пока никто не получил второй дрон. А, нет, получил. У нас получил Ульф. Наступление. Ульф молодец, прекрасно. On the move. Так, я думаю, отсюда на нас уже вряд ли кто нападет. Темп стрельбы плюс, лучший боевой дух, атака при стрельбе плюс. Поэтому мы должны уже думать, как бы атаковать вот это более защищенное поселение. И мне хочется атаковать его с нескольких сторон, по крайней мере, попробовать. Ага, пойдемте. Так. Let's go. Quickly! Listen! Balls of the North! This way! А, это обмундирование, да? То есть кто-то может получить целое обмундирование. Вперед. Оборонительный боевой порядок. Хорошо. Доспехи улучшены. Отлично. Воин умер. Кто там? Твою мать. Японский бог. Вы это видали, а? Это плохо. Это плохо. Тогда пойдемте лесом вместе с Ульфом.
Я думаю, стоит с Ульфом бежать. Одержимость. В режиме одержимости берсерки перемещаются быстрее и атакуют врагов с большей эффективностью. Блин, они... А. Вот это сейчас будет надпись. Отлично. Ну, нет, лучники против берсерков, это, конечно же, бесполезно. Поэтому они просто сейчас зарубят и все, даже ничего не смогут сделать. Молит о пощаде, но пощады нет. Вы сами первые напали. Вот так. Прекрасненько. Восстановите силы. Лучники. Ульф. Прекрасно. Потому что эти чувачки не улучшены броней. Ага. Годрик. Мы можем нанять еще один отряд, но мы также... То есть мы можем... Да, вот, до конца сейчас наймем, да? Нанять, я думаю, еще одних лучников. Лучники нам нужны. Пойдемте зайдем сюда, посмотрим, что у нас здесь. Ага, здесь простые... Селяне, не более, не менее. Трогать не бесполезно. Это что это у нас? Типа этот... Ну, как сказать, не кратер уж, наверное, да? Типа залежи, все такое. Ладно, идем сюда. Так. Идем и пойдем через кусты. Пойду через кусты наши лучники. Так. Было бы неплохо улучшить наших копейщиков, которые пойдут вперед, да, примут на себя атаку, натиск и все такое. Это было бы очень хорошо. Отряд такого. Вы! У вас издас! Че это было? Я куда их отправил? Че, сюда что ли? Ну, если сейчас защищаться, мы, конечно, будем защищаться, но что это было? Скажите мне, пожалуйста, я ничего не понял. Attack with caution. Я не знаю, как так получится, но мне нужно быстрее лучников. Вообще, очень быстро. Быстрее, 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 быстрее. Потому что... Ну это вообще... Вообще, я вообще не знаю, что произошло. Как-то не очень по моим этим расчетам все получилось. Сразу же повысим наступление. Сражаемся, да, специализация отряда. Да, я все понимаю, ну блин, как так вышло-то? Те, получается, нас заметили, типа, и решили атаковать нас, да, как бы? Ладно, ладно, хрен с ними. Да, честно. Если честно, да уж. Не очень так, как я хотел. Я хотел еще немножко там улучшить защиту, атаку, и только потом уже нападать. А тут получился такой сумбур. Ну, война, это война. Редко, когда что-то идет по плану. Плотный огонь. Пробитие давайте. Годрик и Ульф просто с ними сражаются, прям вообще так не делают. Они их убьют. Прекрасно. Разрушить лагерь противника. Ну я почти разрушил, тут осталось. А, типа наш вот это все нужно еще уничтожить. Move quickly! Listen up, Spear! Move quickly!
Полечимся пока. Убить их всех без пощады. Да мы уж всех убили, чё уж. Чё-то ты запоздала как-то. Натём спину. Прямо это по башке, все и нету. Все. Ого. Пленные были, да? Спасибо за помощь, друг. Вы очень вовремя. Мы прибыли сюда, чтобы подготовить путь для наших кораблей. Они скоро будут. Потратим за это время на подготовку войск. Они идут. Что за? Их кто-то атакует. Надо помочь им добраться до места высадки. Ясное дело. Этот катапульты начали подходить. 8 век нашей эры, уже катапульты. Ну, блин, еще в Римской империи были катапульты, ясное дело. Так, быстренько все восстанавливаемся, да? Все быстро-быстро восстанавливаемся, потому что проблемы есть. Всем нужно повысить специализацию, если есть. Ну и вперед. Защищать корабли потеряно 0 из 11. Ага. Все понятно, то есть ребята наши начали наступление, и мы идем тоже впереди. Вперед, вперед, вперед! Если я дал атаку, вы должны... Если я сказал атаковать, вы должны атаковать. Сразу же используем все скиллы, пока я не использую горячий клавиш, потому что их плохо знаю. Ну, как только у меня будет горячий клавиш, я буду знать горячие клавиши, я буду использовать. Так, пробитие, конечно же. Так. Ну, осталось последним. Стрельба по своим. Я не знаю, не стреляйте пока. Пока мы не потеряли ни одного корабля. Защищать дракары, да, это самое главное, дракары. Где еще? Где еще? Есть. Еще было больше показано. Еще было показано больше. Так, ну пока так. Так, давайте это разрушим, да? Ну, вперед. Так, то неплохо было бы захватить эти катапульты, а почему бы и нет? При штурме Ульфрана прям вообще было бы классно. Противник атакует. Ясен красен. Так, хорошо, прекрасно. Не надо перейти в этот еще полностью. Вон сколько. Нет, Эгги. Проводи этих воинов в Вальхалу. Да я уж помню. Это где? О, господи, вы что так далеко-то? Не все получается смог выделить. А, у меня 3 отряда лучше. Ё-моё, я тут думал один. Что ты кричат там?
Так, лучники, давайте подожгите башню, вы начните уничтожать. Они потопили еще один дракар, надо срочно уничтожить эти катапульты. Да ясень краси. Так, давайте немножко повысим оборону, и они начнут давать дяди. Так, лучники. Уничтожьте кузницу, ясень краси. Атак! Атак! Так, ну, можно, конечно, да, типа этот. Пускай все добывают и так далее, улучшим защиту. Можно было бы начать это призывать этих лазутчиков или еще воинов, да, чтобы это, пока вроде еще терпится. Вот мы сейчас немножечко отдохнем. Да, мы потеряли два отряда, но это ясное дело. Давайте сначала сходим нашими лучниками, да? Что у нас здесь? Вот, прекрасно. Сейчас мы вот этих начнем расстреливать. Все издалека. Ну и даже не дойдут до нас. Вот и все. И нету никого. Половины нету. Вместе с Ульфиком. Годриком, конечно же. Домики поджигаем, да, как говорится. Начнем атаковать этих лучников. А теперь будем уступать. Все, вперед, в атаку. Так, атаковать. Ульф. Слушаем страх. Годрик, луч. Все, вперед. Конечно же, наши войны. Лучники пытаются нам что-то сделать в ближнем бою, да, но... Это глупо, конечно. Да, вот они полезли. Один лучник уже погиб. Ульф и Годрик сильны, но... Ладно, давайте возьмем двух лазутчиков, пускай это... Двигаться, двигаться, нужно двигаться, а то они стоят на одном месте. Прям вообще ужас. Что, ворот, что ли? Ну, какие красивые ворота. Уничтожить казарм. Нужно все быстренько, да, разрушать. Так, давайте. Дракары плывут. Ага, прачники, так. Атакуйте. Прекрасно, вон еще щитовики. Так. Ульф, ну что ж это дурацкое стрельбище, которое спамит на прачников, да? Это, конечно, вообще неплохо, но оно нам не нужно. Они добрались. Будь прокляты их души. Разрушить лагерь противника. Ну да, вот чуть-чуть осталось, да, тут у нас. О, все, прекрасно, ага. Ну, то есть вот-вот добрались, они сейчас будут, получается, спускаться, да, это, помогать нам будут. Это хорошо, жалко. Погибли. Это жалко, а. Ну ладно, ничего страшного. Ну все, хорошо, потихоньку начинается полное разрушение. Главное поджать, а там Антава, она уже сама говорит, да, Крить? У меня щитоносцев нет. Вот мне бы щитоносцы
Я бы их вперед отправил, да. Какая-то была защита, потом уже представителей копейщиков, берсерков, лучников. А без щитоносцев, конечно, это нонсенс. Ну что ж, прекрасненько. Все, разрушили все. Мы можем дерево добывать? Наши скауты бегут, да? Поздновато, но бегут. Ну, пускай бегут. Че я виноват, что это? Так и такого, ну где? Ну, что сказать. Это, ребята, шикарно. Шикарная игра. Уничтожить соседние войска, разрушить постройки противника. Да, мы так и делаем же. Все, по сути, все же уничтожили. Офигеть. Вот эту башню никто не уничтожает. Она стоит, но расстреливает этих. Listen up, Spear! Burn! Scout Riders! We've cased! Скауты уже прибежали. Да. Ха-ха-ха! Братья, мы это сделали! Мы снова вместе! Идем на Линдисфорн! Вы успешно выполнили все учебные задания. Вы можете продолжить эту кампанию или начать любую другую. Ясно. Ну, мы, конечно же, продолжим путь на Линдисфарн, но это, ребята, конечно же, будет в следующей серии. Спасибо большое вам за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и будьте счастливы. С вами был Олег Огненный. Пока-пока.